направляюсь к очередному объекту, товарищи мои, друзья. К улице Лазарева, дом 7. Несмотря на то, что улица Лазарева достаточно большая, протяженная, и все-таки ее нечетная ее сторона, сравнительно коротенькая, я имею в виду по нумерации. И поэтому дом номер 7 будет находиться аж за вокзалом, если ехать со стороны Туапсе, я имею в виду. И я предполагаю, что это будет отель «Оазис». О «Оазисе» можно сказать очень даже много в 10-минутном ролике. Это достаточно уже старый отель, ну как старый, лет 20 ему точно есть. Находится в самом практически центре. Мне доводилось там бывать и не раз. Знаком с хозяином даже. Что тут сказать? Да все там есть, все там классно. Кондиционеры есть, душ есть, все есть. Очень популярен вот среди гостей. Со временем, правда, появилось много других отелей, поэтому развилась конкуренция. Наверное, сейчас потяжелее найти постояльцев в связи с тем, что парковочных мест недостаточно, если они вообще там есть. Я вот сейчас еду и думаю, где же мне, блин, остановиться-то там, чтобы показать вам данный отель. Я начинаю, честно говоря, задумываться. Вот мы проехали с вами вокзал, буквально считанные метры, и будет отель «Оазис». Это вот 11. А мы сейчас чуть-чуть, наверное, свернем. Где-нибудь где-то поставлю машину, под знаком машины не ставить. Надеюсь, никому не помешает она в столь ранний час, моя машинка. Да-да, если вы помните, здесь вот когда-то был проход на вокзал, в том числе проход к морю. Это было давно, неправда. Я направляюсь на поиски «Оазиса». Прежде чем пойти к «Оазису», вот покажу вам, как это было. То есть некогда эти дома были в одном из оживленных мест. Тут можно было спокойно дойти до вокзала, была лесенка, все было классно. Но все изменилось вдруг навсегда, как говорится в песне. Появился вот этот вот забор. И проход к морю стал несколько подальше. Тем не менее, здесь даются вот комнатки. И эти домики находятся практически в самом центре. Место неплохое, вон Победы 111. Все рядышком. Но мы направляемся в «Оазис». Кстати, название подходит, как бы едешь по всей трассе, так мало отеля, тут бац, и «Оазис». Место тут достаточно чистое такое, тут всегда убирают, наводят порядок. Так, момент. Я помню, что у меня вроде бы было написано «Лазарева 7». А не 7А. И тут что-то Остапа осенило. Давайте я вам покажу тогда и «Оазис», и вот этот «Лазарева 7». Вот «Оазис», «Лазарева 7А». Насколько я помню, вот красивый домик с терраской там наверху. Зонтик там стоит. Возможно, там даже есть бассейн. Я не помню. Вот наверху я никогда не был. Внизу столовая, которая пережила много. Она была и столовым, и рестораном, и игровым залом, и винным магазином, и чем только она не была. Вот вывеска «Отель Оазис». Туалет имеется тут рядышком. Проходик там вот. Наверное, туда мы сейчас с вами пойдем. И, кстати, я предполагаю, что, возможно, там есть небольшая парковочка.
Вот. Вот эта территория. Ну что, отель я могу порекомендовать. Положительно. Во всяком случае, мне понравилось. Давно я тут был, да, очень давно. Но воспоминания у меня положительные. А мы идем искать тогда Лазарева 7. В принципе, мы прошли уже здание Лазарева 7. Это Лазарева 3. А, тоже неплохо, кстати. Сейчас посмотрим. Возможно, тут есть въезд. Не занимать. Да тут трудно занять въезд, если честно. Какой-то недострой. Частные дворики. Вот это место, про которое я вам говорил. Тут, вероятнее всего, вот тыльная часть отеля Оазис. Ну и вот 7. Судя по всему, это и есть дом номер 7. Комментировать, пожалуй, я не буду. Смотрите самостоятельно. Единственное, что подскажу вам, что вот тут за вот этим забором уже находится станция Лазаревская с поездами. Тут вот есть круглосуточная парковка, гараж. Машинки просят не ставить. Сдаются эконом и с удобствами. 8-963-160-17-45. Там даже маленький балкончик есть. Вот это когда-то была лесенка прямо сразу на вокзал. Давно это было, все заросло инжиром. Как еще не сдали эту лесенку на металлолом, я не знаю. По ней неотъемлемая часть улицы Лазарева. 7. Цепи. Это, видимо, чтобы не ставили автомобили свои личные. Ну что, вот. Как бы вот так вот. Ну, место хорошее. Это действительно так, центр. Как пройти к морю, я уже показывал. Вот от дома буквально недели, наверное, полторы. От дома улицы Победы 111, вот этой высотки розовенькой, которая там у нас спряталась. Мы идем по улице Лазарева до железнодорожного перехода. Под ним, точнее. Выходим на улицу Социалистическую. Ну, сегодня, наверное, не вижу смысла туда идти. Так как, ну, действительно, недельки полторы назад я там был и показывал. Маршрут никоим образом не изменился. Все то же самое. Хотя могу, сейчас все равно поеду и покажу вам. Итак, друзья мои, вот Лазарева штрасса номер 7. Есть вот дополнительные телефончики 8-962-748-15-56, а также 8-918-829-20-35. Если кто будет желать поселиться, может набрать и договориться забронировать. Ну, тут у нас, вот видите, переулочек. Недавно заасфальтировали, но как-то так, может быть, что не доделали, как-то паршивенько, если честно. Вот этот дом 111 Победы Розовой, про который я вам рассказывал. Ориентиром может вот послужить вам 75-я школа. О, слышите? Кто-то что-то приезжает. Ну ладно, друзья мои, я, наверное, поеду дальше. И, соответственно, медленно-медленно и покажу вам, где вы можете сможете пройти к морю. Вот, тут недалеко, в принципе. Хотя и показывал я уже раза 2-3 точно. Ну, в принципе, да, я слышу, конечно, как объявляет поезд, но это мне как бы не критично. Больше шумят машины, наверное, чем объявление этих железнодорожных поездов.
Так, я выезжаю, точнее уже выехал на улицу Лазарева, не пристегнулся, поэтому у меня так пикает машинка. Вот сейчас я буквально через несколько метров покажу вам проход к морю по улице Социалистической, как вам идти от улицы Лазарева 7. Тут недалеко. Вот он светофор. И вот буквально сразу здесь вот вправо будет, вот он проходит такой маленький, на улицу Социалистическую. Поэтому не заблудитесь, не потеряйтесь. Ну, на этом все. Ролик про улицу Лазарева считаю снятым. 7А и 7. Всем пока. До новых встреч в эфире. Поеду дальше.